что, всем доброе утро. Константин за место Константина. Аватар. Лесничок, наш гивосик. Халк. Ну и красненькая. Мы едем прокатить 520-ю. О, Гия. На мощина своей. Толянчик. Попробуем сделать какой-нибудь видосик. Не знаю, получится или нет. Короче, выезжаем. Вперед, ходом, ходом! Пока, короче, счет 1-0 в патруля. Три Нивы соснули немножко. Костя запикает. Ну, легко. Легко. Ну, подъем хороший. На видео, конечно, не видно, но подъем хороший. Вот он, всем известный унитаз. А вот подъемчик. Гивос заехал, такой подъем хороший, колейный, что здесь получается вывешивание происходит, в принципе на пнемах проблем нет подняться, но подъем классный. Подожди, Толь! Лебедку отпускай! Лебедку отпускай, блядь! Не торопись! Лебедку отпускай! Толик, за какое? Вот туда, вон туда! Да вот за вот! За жирное за это, Толик! Не-не-не, мало, нужен угол хороший, еще! А у меня не забирайте! Ну ща! Давай-давай! Все? Все! Забирай! Давай! Отпусти! Валера, ты делаешь контент! Валера,
Она их не вывернет, они в колее. По чуть-чуть. Не-не, он может. Право, 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 колеса, Валера, право. Поправо, вправо, руль. Во, во. Еще пром. Все, заводи машину. Не надо, пусть столик постоит. Заводи машину, Валер. Колеса помочь надо, иначе колесо вывернет. Заведи. Воль! Бей теперь! Стой, стой, стой! Давай лучше на лебед! Не надо, стой! Колесо вывернуть! Заводи! Толя! Стой! Валера, без нерва, все нормально. А? Еще отпусти. Все нормально. Да, еще отпускай. Отпускай, отпускай, Валер, ну не затягивай, она отпускай. О! А, у него резко перекрутилась. Перемоталась. Она перемоталась. Да. Все, посмотри. Давай. Давай, Давай, потихоньку, Валер. Так мы же уже почти перевернули, когда. Нет, мы перевернули. Повторно. Да зачем? Нет, стоп, 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 подожди. Этот, стой. Может, за две лебедки? Давай за две лебедки туда давай. Обратно ее. За жопу ее и да. За жопу. Лебедку размазать. Толик, помоги. Он все сделал. Я держу, Валер, машину. Это ж палка, блядь. Давай, Ром, быстрее, ты что, штурман? Пьяный штурман, блядь. Вот, за это цепляй. Развернули. Не, у тебя сейчас как раз двумя лебедками. За бампер лучше. Да, за бампер. За жопу, за бампер. За жопу, за бампер. Цепляй. Прям через него сделай и зацеп, да. Зацепил? Да. Ага. Ну вроде же уже поставили, да? Вроде уже поставили. Через колесо ему сделайте тоже. А ты тяни в две, оно нормально будет, Толь. Сейчас ты жопу подтянешь, она должна вернуться назад. Обидно то, что он, видишь, об камень прям сильно. Ну, а сейчас они потянут. Давай, Валер, тяни своей. Помогай, Валера! О! Опа! Есть контент! Все, стой! Все, ты сейчас на лебедке его вперед вытянем куда-нибудь, да и все. Не, знаешь, что сделаем? Пока пусть постоит на трассе. Теперь надо, короче, жопу сюда тянуть. А так ссылка, посмотри. Да нет, да а ты. Это что, надо вылетел? Да стекло отпало. Это стекло, да, я его. Это от... орк? Да, да, я его отодвинул, убрал. Слушай, в целом все делался, вообще кайф. Да нормально все. Я же говорю, оно хрустело так, что. А? Дверь я все равно менять буду. Дорого? Почему? Кого? Валер, смотри, что сделаем. Валер. А. О, все, 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 стой, послушай. Да, смотри, его потянуло.
пробивает потихоньку. Вот вращения не хватает чуть-чуть колеса. Стой! Попробуй! Вот там где я был только что? Колеюшка хорошая. Блин, Толик, да, надо либо вот эту колею, либо ту. Да, вот. Я думаю, что правую. А, не, правая наверху, понял, высоко будет. А левая пи***ц. По правой. По правой лучше, лучше там пи***ц в конце. А, он тоже, смотри, хочет так сделать. Нам колею ломает. Да, все. Опа. Ну, вроде у гифка ли есть. Разница, сейчас смотрим на Ниву. Вес. А-а-а.
патруль прилег немного. Смотри, у него вывешивание. Вывешивается, посмотри как. Идет, Толик, идет. И починит. Ой. Я могу на крышу встать. Делай фотку. Размыло, братан, не было тут. Дедушка Гия, все нормально. Вот так, нормально, ровненько пускай идет. Все нормально. Давай, дед Гия, мой! Ой, второй лаптер оторвал. Все, два лаптера минус. У нас интересный квест. Мы ехали, но закончилась дорога. И Толик. Толик придумал квест. Вон об усилитель. Нет, потому что усилитель стоит. Он усилителем мотался, и весь кузов пошел. Чуть-чуть унылая жопа стала.
А на пи***ках никак? Двояка-то ехать. Еще на пи***ках? А? Жестко сделаем. Ну, попробуй. Че, делаем ставки, Толик? Не, я не выскажу. Без шансов. О! Да ладно, ну! Сейчас. Может. Я не знаю, вымыла просто первая пониженная без педалей. Это все, что можно здесь сейчас ездить. Это, ну вот прям вот местами тут что-то кусочек появляется и все. Камней намыло очень много. Прям отвратительно стало ездить. Просто ползем и все. Одни булыжники. Вот сейчас покажу. Короче, вот примерно дорога, а я не знаю, где-то хрена, наверное, не видно, но, Серег, подержи что-нибудь. Тут, походу, интересное намечается. Да. Проехал бы, конечно.